Привет, привет. Раз-раз, проверка связи. Виктор, привет. Так, меня как-то много, да? Сейчас. Слишком. Слишком много. Да, удалось не проспать. Да я вчера, да я вообще на прошлой неделе была очень загруженная неделя. И, короче, я мало спала, и поэтому я думала, что я вот вырублюсь, и есть вероятность, что просплю больше, чем 8 часов. Да, ой, Чародей, привет. Очень устала, короче, и вот, ну, мало ли. На всякий случай решила предупредить, что я могу, может быть, опоздать. Пока народ подтягивается, давайте поговорим опять про то, что мы опять... Что за конкурс? А то постоянно каждый раз все спрашивают, что за конкурс? А где конкурс? А это где это конкурс? А что нужно сделать? Вот конкурс. Вот конкурс, да? Академия магии нового поколения. Мы в прошлый раз на первом конкурсе, тьфу, на первом стриме уже зачитывали здесь, что тут типа надо делать, истории, тут какие-то черный рынок, цитадель и прочее. Моя история непонятна, с какой вот этой вот... С какой истории? Моя история непонятна, с какой истории. Но здесь вроде можно свою какую-то легенду придумать, историю персонажа. Но она обязательно должна быть, как я поняла. Вот. Так что надо что-то придумать, потому что люди там пишут много всего интересного, а у меня ничего нету. У меня ничего не написано, все неинтересное. Техническое задание самое главное вот прочитала, а остальное все как-то мне не очень сложилось. Давайте посмотрим, что там делают люди, и посмотрим галерею, пока люди подходят. Сколько еще осталось времени? Времени. Так. Вот у них были сроки. Вот сроки. До 5 августа. Сегодня 25 июля. Значит, у нас еще времени. Полторы недельки осталось. Считаю, уже ничего не осталось. Очень медленно идет, потому что у меня очень много работы. Волосы будут вот как мешики есть, так они и будут. Я на них просто покрашу какую-то текстуру, наверное, и забью. Потому что уже какое-то что-то и вытребенькиваться, делать какие-то супер волосы уже, наверное, я не смогу. Да, кстати... Который час в России? 15:05. Да. У большинства конкурс 2020 устроится на работу. Ну да, и кризис тоже имеет место быть. Очень много, видимо, чего поразваливалось у людей. И много заказов еще поступило интересных, но и деньги ведь нужны. Потому что у нас же кризис. И поэтому я по уши вообще в работе, и как я собралась участвовать в конкурсе, непонятно. То, что уже вот люди выкладывают. Как тут отфильтровать 2D, 3D, непонятно. Оно что-то не фильтруется, ничего. Фильтр поиск. Я так понимаю, что 3D-шная работа. Вот раз, два, три. Это вот 3D или нет? Непонятно. В общем, люди уже выкладывают. Это 2D, по-моему, да? Да, это 2D. Это тоже какой-то 2D. Assassin's Creed какой-то. Ну, короче, пока еще люди не успели выложить. А есть даже люди, которые только начинают делать. Сегодня появилось несколько новых випов. И я думаю, люди, когда вы успеете сделать? У кого-то даже так тема называется. Хоть бы успеть вот. Новые приключения красной шапочки, хоть бы успеть. Вот, люди пишут очень много букв. У меня нету букв. Поэтому мне нужно что-то придумать. Вот сейчас посмотрим на этого персонажа и, может быть, что-нибудь придумаем. Задумки у всех прикольные, вот есть какие-то такие уже скульпты. Но я не знаю, как люди планируют успеть. Мне кажется, что времени вообще уже осталось только отрендерить, и все, больше уже ничего не успеешь сделать. Какие-то, давайте, может, интересные виды я вам сейчас покажу, что тут еще было.
Мой репорт, ну там особо ничего интересного. Все картинки я уже выкладывала. Где же кто-нибудь? Много, короче, 3D-шников. Слакс тоже. Ты же тут, Слакс? Участвуешь же тоже. Где-то твой VIP, я не могу его найти. Где-то выше он или ниже. А, вот, милая девочка Мак. Чуть-чуть. Тут уже близится все к финалу, уже почти рендер. Уже даже есть цвет, текстуры. Уже придумывают какие-то такие мелкие детали. А у меня там еще и кот не валялся. Вот так смотришь на всех и думаешь, блинский блин. Тут что я открыла? Ну вот, люди на каких сейчас этапах. То есть 2 месяца прошло, а особо никто еще даже ретоп не делал. Ну вот, у Флакса уже более-менее финал, более-менее цвет уже есть там. А тут вот скульпты. Что это тут еще? Вот, например. Тут тоже придумывание идеи еще, покраска. Тоже еще много работы. Не знаю, может быть, продлят конкурс. Хотя куда еще дальше? 2 месяца уже прошло. Оля, почему ты взяла псевдоним Хельга? Ну, потому что Хельга это и есть Ольга. Не знаю, просто. Имя Ольга произошло от имени Хельга. Поэтому просто, ну, типа, прикольно. Почему бы нет? А, тут уже сцену выставляют. Так, вот, мне еще нужно придумать какую-то сцену. Ну и историю самого персонажа тоже желательно бы придумать. Вот так она у меня сейчас выглядит. У нее есть... я, короче, подумала. И решила не делать ей гигантскую руку, потому что это получится как... Ну, я уже в прошлый раз рассказывала, что типа часть брони, и будет непонятно, что это ее инструмент. Надо как-то разъединять с рукой. Я сделала ей просто пока такую палку, но я ее еще даже не ретопила. Вот. Типичная ситуация? Что за типичная ситуация? Оля открыла мой вип, мама в телеке. Привет, Оля, хорошего стрима. Привет. Хорошо, спасибо. Короче, вот. Какая у нее история может быть? Она у меня, по идее, наемник. Типа такой безбашенный какой-то. И она там что-то ходит, и, видимо, она опускается в эти темные земли. Если кто там читал эту историю, что в этих темных землях непонятно, что происходит, и там, типа, то ли магия не действует, то ли что-то такое, и какие-то существа живут. Ну и вот она такая вся потрепанная, и что она делает по жизни, не знаю, не спрашивайте. Вот она. Я на нее уже начала делать ретоп. Рикардо говорит «Доброе утро». «Ола бондье». Звучит как «Оля бондье». Вип обязательный. А, по-моему, нет. Но желательно. Типа, что-нибудь не убудет от тебя, если ты просто картинки будешь скидывать. Ничего страшного. Сам поздно начал 13 числа в роде. Слакс. Забавно звучит мой ник. Ну да, так написано. Никогда не думал, что так этот набор звуков будет звучать. Ну, вообще так читается, Слакс вроде. Оля, тебя... То есть будет полипейнт? И нет, у меня будет, скорее всего, текстуринг. Substance Painter. Как ты думаешь? И, скорее всего, я ее покрашу каким-то, типа, металлом там, как-нибудь. Но... Не знаю, насколько качественно у меня это получится, потому что времени нету вообще ни сил уже. Даже вот сил заретопить сумку у меня не было уже. Я уже сидела, думаю, да и хрен с ней. И так сойдет. Как там этот мальчишка? И так сойдет. Остальное я все заретопила, но так тоже.
Вот тут у меня надо вот эти штуки как-то подтащить, они у меня куда-то проваливаются. Я когда-нибудь изучу, заброшу, займусь персонажкой. Хе-хей, хороший план, звучит как называется жизни. Оля, самый душевный стрим, да? Я забыла сказать про поддержку канала. Вы можете поддержать канал. Морально, но и физически, скинув печенькой. Блин, у меня светит солнце. Вот, ссылка в описании есть, если что. Так, Оля, как ты живешь с осознанием того, что хочется сделать так много, получается так мало? Стрессуешь ли ты? И как с этим бороться? Учусь у других мастеров, ага. А как я с этим борюсь? Ну вот, не сплю. Потом в субботу сплю и не высыпаюсь, вот. Так, Оля, задам тебе вопрос, который никто никогда не задавал в твоей жизни. Так, с чего начинать учиться скульптингу, а если я программист? Какой оригинальный вопрос. Никто никогда не задавал, вправду. С чего начинать? Ну, надо что-то взять и заскульптить. Все. Тут больше ничего такого вроде не посоветуешь. Надо начать. Так, сейчас еще пару вопросов, и я начну что-то делать. Норм так, авоська и так сойдет. Я думаю, это типа не важно. Насчет ретопа, ретоп не обязательный, просто если без ретопа ее красить, я не смогу ее нормально затекстурить. Поэтому, ну и развернуть там вот это все будет проблема у меня. Поэтому я ее заретопила. Как-то вот, как получилось, такая вот сетка. И теперь надо еще на ювишку разложить, запечь и начать наконец-то текстурить уже. Я думала, уже сегодня будем текстурить, но я не успела все разложить по ювишке. Сейчас мы этим займемся. И надо распределить по объектам. У меня будет, скорее всего, сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять ювишек. Как-то много. Пять, еще и глаза. Шесть. Волосы по-любому я сделаю на отдельную карту. А по телу можно вообще все тело на одну карту кинуть? Или нет? Ладно, я вот поделила как-то примерно по цветам. Давайте от этого и будем двигаться. Вот, все, что фиолетовенькое, у меня будет на одной ювишке. Маска тоже фиолетовенькая. Так, наплечники, да... Данная эльфешка поджала у Клауда из финалки в седьмой походе. Так и есть. Еще замка этого не хватает. У Клауда были немножко они не такие, они были сплошные такие вот. То есть они не делились там как-то на запчасти. Но по форме похож, да. Ищет наемника, кто-то там писал, ой, наемника, работодателя. Типа у наемников тоже кризис, 2020 сказался на всех, не зря она в маске. Почему я решила делать именно в маске? Потому что должна быть какая-то символика, типа, чего мы пережили за все это время, чтобы это отражалось в работе. Сообщение шедевральное, конечно. Спасибо, злокитяра. Так. Про программиста я не доотвечал. Я тоже программист, но... У нас такие программисты, что особо как-то... Мы не особо программисты. Да, так и есть. Спасибо, Мария. Что-то я напропускала тут вопросов. Спасибо за печеньки. Берите пример вот с ребят. Так, про то, как скульптить, я ответила. Запекаться будет сразу после... А, кто спросил про сетку? Сетка — это... Это из ZBrush такую не достанешь. Это я вручную делаю.
Было бы, конечно, классно, если бы из браша можно было такую достать. Но проблема в том, что браш, он вот эти все каемочки, которые мне нужно выделить ребрами, он зажевывает их, и оно все сглаживается. И в итоге после затремешера вот эта вот рука, например, или нога, она вся такая, типа, какая-то слишком сглажена. И чтобы какие-то ребра достать оттуда, нужно прям высокую очень детализацию сетки ставить, а мне это не подходит. Смотрите, как выглядит, кстати, отдельная часть. Чик-чик-чик, прям робокоп. Так, когда начнем что-то делать? Что-то начали, да? Сколько примерно в сумме уходит времени на полный цикл создания такого персонажа? Ну, где-то в среднем, наверное, месяц. Может быть, меньше, смотря какой персонаж. Что-то у меня лицо как-то странно тут развернулось. Вот снизу еще резануть, наверное. Так, если я что-то там пропустила, продублируйте, а то я что-то могу это проморгать. Ты разворачиваешь Май? Нет, я разворачиваю Макси. Получил ЗП, запихнуть я мешок печенья, лишь благодаря твоим работам стрим вдохновился, и теперь таки наконец-то я начал делать игры. Делаю игры. Ничего себе! Ну, прикольно. Это прикольно, да. Чувствую себя причастной к чему-то великому. А программисты покинули чат. Спасибо за качественный стрим. Что-то видно вообще. Вот я смотрю так сейчас на экране, сетку очень плохо видно вот эту. Во-первых, что нужно сделать здесь, на ювишке? Нужно сделать бошку, наверное, побольше, а может быть и на отдельный квадрат. Или нет? Нет. 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 Смотрите, как руки разложились. Я руки сделала не оверлапом, потому что, возможно, у меня на них будет разная текстура. А так я бы посоветовала вам делать это оверлапом. То есть накладывать друг на дружку их. Вот это вот, чтобы было с ой, мамочки. А, да. Типа вот это вот с этим. Странно, почему они одинаковые. Это с этим, а это с этим. Но я думаю, у меня там будет немного по-разному этот ложится кавити для типа, чтобы не такая симметричная она была. Поэтому так будет. Можно вообще забить и сделать вот pack UV. И просто оставить вот как есть. Типа не особо запариваться. Но мне здесь нужно голову сделать побольше, чтобы детали на глаза нарисовать. То есть не голову, а лицо. Вот. Что ж такое? Что так солнечно сегодня? Я упала. Так, привет, подскажи, я сделала зебре слишком много полигональную модель. Какая программа осилит ее ретопить? А то у меня уже сохранение зависает. Чтобы избежать вот такого вот конфуза, я сделала, по-моему, у меня здесь есть сохраненные. У меня, короче, ноги тоже не засовывались, ешь не кот, я в катере топила. И мне нужно было из них сделать что-то менее полигональное. Сейчас здесь 8 миллионов полигонов. А кот, он такой, он, короче, не очень любит много полигонов. Чтобы этого вот избежать, я сделала этот. Сейчас. Decimation Master. Decimate сделал, короче. Например, пересчитала ее немножко. Кстати, некоторые, скорее всего, вот кто не успеет, возможно, будет использовать этот способ Decimated модель. Потому что, в принципе, детали сохраняются, можно текстурить, но сетка будет, конечно, ужасная. Вот, и он из 8 миллионов полигонов может сделать что-то меньше. А направляющие для ремешивания не помогают. Плюс пенты для 10 сетки. Ну, это, короче, по времени тоже довольно долго выходит. Мне уже получается, чем надеяться на затремешер, проще тогда уже взять и ручками все сделать, пока ты будешь там мучиться, что-то красить, а то и не получится еще. Оля, ты бы
Если бы ты сделал волосы реалтаймовые, какой у тебя был бы пайплайн? Я пока использую такой генерлю эксген плашки, затем их запекаю, потом в браше плашки расставляю, уже развернутые, а ты? Я делаю так, как в стриме делал Слава Гедич. Я делаю сначала в забраше волоски вот эти, запекаю их сразу на квадрат. Запекаю в мармосете там аошку, цвет, нормалку, еще что-нибудь. Вот, всякое запекаю, потом расставляю плашки, и на эти плашки уже распределяю то, что я там нарисовала. Но тут сложнее, потому что все довольно такое, типа, ты результат финальный видишь только в конце. Что ты там стесняешься дублировать? Тизер нового The Brush видела? Там много нового. Да, видела. Прикольные нововведения. Прикольные. Уже она пообещала, что как только он выйдет, я сразу включаю стрим. И мы сразу же смотрим, чего там нового. Будем тестить, смотреть. Блин, очень долго читает. Давай быстрее. Если его свернуть, есть вероятность, что он заглохнет. Потому что... Десимейт он такой, если что-то где-то тыкнешь, потрогаешь, он может сказать: ой, у меня не получилось, сделай это еще раз. Сейчас, во, потом. Давай, все, уже закончилось. Ой, Сергей, привет. А волосы тоже в 3D Max делаешь? Волосы черти где, и там, и там. Да давай уже, брать в ту диск вот это вот. Твое. Так, вот. Сказал 2 минуты целых дел. Теперь обратно заходим. Здесь выставляем, сколько нам нужно полигонов. Вот это количество умножаем на 1000, получается 2 миллиона 700. Это много. 1 400 000. Ну, давай. Давай, пойдем. Даже 700 обманул меня. Вот, и получается тот же самый меш. Но у него уже сетка такая будет, не такая густая. И можно это запихивать там в какой-нибудь код или что там, майк. Майка же вообще не любит много полигонов, она будет их, блин, весь год грузить. И потом в конце скажет: нет, не хочу. Когда выходит 2021 браш? Да бог его знает. Дата релиза вроде они не объявляли еще. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать мне начинающему? Я выучил инструменты делать по гайдам в YouTube. Ну да, можно делать по гайдам в YouTube. Это как бы все так делают, по-моему. Так уши почему-то у меня отдельно. Это что, это другие уши. Я, короче, по-быстренькому разложу, пока по-быстренькому разложу. Я думала, мы еще посмотрим текстуры, но не знаю, когда мы их уже посмотрим. Я вот сегодня разложу и вишку, запеку, может быть, на следующей неделе, но или нет уже, не знаю. Самое веселенькое, это, конечно же, текстуры делать. Вот это все техническое, это так убивает. А знаете, есть программка, которая типа вишку так раскидывает, она так падает, как по динамике. Как она называется? Да-да-да, я помню, Феникс. Главное, чтобы он не взял и сказал делать это самостоятельно. Может и так сделать, кстати. Потом попробуй. Попробуй что-нибудь как-нибудь ему возразить. Много кто писал, что вот эти вот фишки в новом браше, что вот это вот все они там с блендера все это взяли. Ай-яй-яй, там нельзя так делать. Мне кажется, вы преувеличиваете. Типа, ну добавили инструменты, добавили, что теперь? Это когда ты одеваешь, например, какую-нибудь футболку такого же цвета, как у кого-нибудь, и он такой говорит: ты что, это под меня косишь? Такой: блин, я просто надела эту футболку, что-то пристал.
Бывает такое. Так, у меня, короче, это все не влазит, и надо что-то уменьшать. Ой, мамочки. Интересно, какой итог будет у моего Браша. На трейлере 2021 видела или в конце видео? Да, видела. Мама, я в телеке. Да, я там давала модельку голой женщины, они на нее что-то там вешали одежду. Только я им давала с другими волосами, там сейчас у нее... Ой, что это тут разорвалось. А у нее там какие-то волосы, которые из фибермеша, что ли. У меня там были мешевые волосы. Мне переделали, что-то им не понравилось. И она была в другом материале, они ее сделали коричневенькой. Ну, вы видели эту женщину, она у меня портфолио лежит. Там их две, которые анатомии стадии вот это. Программа про UV Rhizome, наверное. Она там типа UV-шки такие, как будто бы ты их в ящик закидываешь, они там как-то прессуются сами. А ты ящик так трясешь, они там вот так делают. Это прикольно, но только нужно искать, вот это вот останавливать. Так долго и так лень. Так, это что у меня было? Маску бы тоже покрупнее. Я, наверное, погорячилась, что сделала яйцо крупным. Потому что у меня маска такого же размера, как была. Ладно, давайте яйцо сделаем. Ой, маску сделаем покрупнее. Все остальное поменьше. Если 4К сделать, в принципе, тело наполовину... Половина 4К, это сколько получается? 2,48 на 2,48. Нормально должно быть. Чтобы не лохануться с детализацией. Вообще, я делала, когда Кунаичи на конкурс этот... на Art Station, я думала, о боже, как мало... какой маленький размер текстур. Я не смогу ничего там на этих текстурах показать. А оказалось, ничего. Блин, тут даже места осталось. Оказалось, ничего, возможно, и так запихнуть. Еще какая-то дыра. В блендере там, по сути, один инструмент такой, а в браше все серьезнее. Привет. Привет. Только у девочек так, у мужского пола увидел кого-то в таком же. О, у чувака такая шмотка, бро. Ну, это у мужиков это типа, ого, круто, а у девчонок это, фу, ты типа под меня. Это имеешь в виду? Мне кажется, вы подсознательно тоже так думаете. Типа, что это он под меня косит, что ли? Давайте увеличим, что ли. Она у меня еще будет с телесным... У нее типа лицо с СССом будет. Не зря ли я его запихала на один квадрат с этим всем? Ладно, пофиг. Ладно, ладно. А динамика, которая динамика тканей, она вон и в Макси есть. Тут толка от нее, она неудобная. Так что то, что они там показывали на этом в трейлере, это выглядит интересней и как бы сподручнее, что ли. Блин, не влазит! Не влазит! Ты больше в Максе работаешь, разворачиваешь. Ну, вообще, я раньше в коте это делала, но в последнее время что-то мне лень стало код открывать. У кота такая проблема, что ты когда разворачиваешь, то есть берешь модельку, запихиваешь в код, разворачиваешь, потом возвращаешь ее, она не той сеткой, которая была, приходит. То есть не сеткой, она чуть-чуть сглаженная приходит. Это плохо. Потом приходится как-то возвращать формы. Кто работал с котом, тот поймет. Тот еще как кот. Так. Теперь должно влезть. Давай, ты сюда, ты туда.
Прям сильно паковать я не буду. Наверное, не стоит уже так прям сильно заморачиваться. Блин, тут рука не влезла. Ёпамать. Что-то там булькает. Руки, как всегда. Хрен знает, куда эти пальцы засовывать. Как бы странно это ни звучало. Можно попробовать автоматические UV запаковать, отключить рескейл просто. Давай, давай попробуем. А то я так долго буду возюкаться. Так, где тут рескейл пласти? Ну он какой-то, блин, миллиметраж такой между ними делает. У меня паддинг, блин, не такой маленький будет, скорее всего. Блин, а так много. А так много. Но, кстати, он не всегда корректно раскладывает. Иногда после него перекладываешь и скейлишь. Короче, он не так эффективно использует место, как хотелось бы. Смотрите, можно даже уши увеличить. Не стоит опускать этап ретопологии и этап текстуринга. По-моему, это все технически больно, конечно, но все-таки потом на финале, когда вы будете смотреть на гладенькую модельку, вам будет приятнее, нежели вы что-то выложите незаконченное и будете потом плакать. Короче, нужно переступить через себя и сделать вот эту фигню. Это я себя так успокаиваю. Все, короче, вот, я разложила, окей, все. Давайте я загруппирую, чтобы не забыть, что с чем было. Все, все, ты будешь фиолетового цвета. Надеюсь, я ничего не потеряла. Так. Я убегу потом глянуть повтор. Хорошо. Повтор потом будет показывать с утра, когда там в воскресенье, на каком-то там канале. Ручками подвигать немного. Вообще, блин. Кот скушивает отображение граней. В смысле? Чего? Ну, он сглаживает. Кот смотрит группы, нам можешь сам кидать. Нет, по-моему. Ну, это не точно, не знаю. Какие-то сложные вопросы задаете. Спросите что-то полегче. Типа там, как дела у тебя? Так, теперь розовые. Розовые... Это все, что типа металл и броня. Вот так оно выглядит. Здесь прям дыры. Тут тоже дыры. Тут болты не достают до этого, до ботинка. Я решила их потом приклеить. Потому что это типа запекать так удобнее. Тут болты тоже не достают. Вот тут. А вот не достают. Ой, балда. Хотя бы здесь бы сделала так же одинаково. Я прям знаю, куда эти пальцы сувать. Ну да, да. Так, такая работа, что сделаешь? Такая работа. Все жалуются на экспорт какого-то. Они почему-то еще перестали его как-то улучшать. Он лучше не становится, как будто бы он становится только хуже. Так, что это у меня тут кругленькое? Что это за кругленькие штучки? И почему их так много? Hi, greetings from UK. Так ты укажи, какой тебе нужен паддинг. Сейчас у тебя 0.0. Ну я да, указала. Я сделала 0.005. С первого раза не получается понять, какой мне нужен паддинг, и нужно тыкать на циферки. Я обычно самые главные детали упаковываю, вторично уменьшаю и запихиваю в углы. По центру, типа, главный нож. Мне кажется, это тут не особо важно. Я буду плакать. Зачем мне столько мелких деталей сделал? Вот, еще главное. Когда вы делаете персонажа, на скульпте лучше не задумываться о том, боже мой, как же я буду это все ретопить. Лучше делать, потому что если вы начнете задумываться, вы сделаете такой шар, а из него такие палочки просто вместо ручек и ножек, потому что это проще всего... Поставить позу и заретопить. Так, сколько я тут ставила? 5. Да, не ограничивайте себя техническими всякими вот этими
тупостями. Вот. Как дела, Тони? Спасибо, что спросил. Дела хорошо. Вот, делаю работку. Что это за дурацкий болт? Почему он так по-тупому развернулся? Почему это? Почему так получилось? Так не должно быть. Так не должно быть. Боже мой, да что ж там все булькает? Я, по идее, нижнюю часть отрезала. Почему она не отрезалась? Максей раньше по-другому ювишка работала. Мне было дико неудобно. Сейчас мне как-то больше нравится. И поэтому я реже стала обращаться к коду. Давай-ка вот эту штуку. Блин, ничего не видно. Это отдельно. Здесь появились какие-то кисточки вот такие, которые делают из меша точку. Это очень удобно. Смотрите, какая она красивая. Почему ты так сглаживаешь-то, ё-моё? Я же тебя попросила, как человека. Смотрите, он что делает, а? Этот был тут автоматический релакс. Да, лучше не стало. Хоть руками растягивай. Я, кажется, сглазила. Сказала, что лучше стало. Все стало. И у него стала отмена как-то фигово работать. Когда делаешь вивишку и что-то отменяешь, он прям вон что делает. Прям зависает. У меня были чего... Я вот первый раз участвую в конкурсе по 3D, и как не могу перейти с первого этапа дальше. Но если кажется, что все не то, как-то победить. Посмотреть на сроки. Я это так победила, потому что здесь тоже я бы еще посидела, что-то поделала, но уже все, там уже все горит. Сроков уже... Да что ж такое? Сроков уже совсем нету. Уже совсем нету времени что-то придумывать, переделывать. Можно было бы еще, конечно, поравнять, скульпт довольно кривой еще, но уже нет времени. И это вот в конкурсных работах и хорошо, что у тебя есть какой-то ограничитель, ты не копаешься всю жизнь с одной работы и в итоге не доделываешь ее. Так, здесь я не буду раскладывать, тут, в принципе, все должно быть одного размера. Что у меня там, броня? Просто можно посмотреть, как оно по чекеру. Я, кстати, лицо забыла по чекеру посмотреть. Мне почему-то цветной чекер не нравится, как выглядит. Я смотрю на этом, на черно-белом. Вроде бы ничего. Ну, надо, наверное, его сделать поменьше. Ни хрена не видно. Удачи всем, народ. Андрей, спасибо. У меня был Hard, AG и Soft, и он мне все сбросил, этот Soft. Он, да, такой, ему вообще пофигу, что ты там делаешь, он просто сидит там и издевается над тобой. Такое ощущение, что вот, особенно когда ты строишь сетку и поставил 4 точки, и говоришь, вот, соедини их, сделай из них, ну, это полигон. А он такой, с этими делает тебе треугольник, вот с этими, и ты, да нет, вот, 4 точки, и он предлагает вообще не те варианты. Кто ретопил в коте, тот сейчас всплакнул. Так, вот она, эта картишка. Давайте хотя бы 50 поставим. Так, колени у меня чего-то потянулись туда. Что тут с коленями? Почему они такие потянутые? Надо, наверное, разрезать их что. Слишком потянуло. А так не хватит, а так не хватит. Ну давай вот так. Вот так. Оп-оп. Надеюсь, тебе этого хватит. Но если не хватит, получишь. Где это? Вот. Вот и вот. Ну нет, ну нет. Почему-то оно инвертнутое все лежит у меня тут.
Вот. Здравствуйте, хорошего дня. Как дела? В чем ритоп делаете? Ну, про ритоп мы уже поныли. Так, что я еще писала? Ольга, как ваш ник читается? Хельга читается ник. Кто-то говорит Хесимсинга. Кто-то Хейсга говорит. Ну, вообще Хельга там задумывается, по идее. Так, вообще что ли их отрезать? Грёбаные эти, как они у меня там были-то? По идее, я их обчерчивала. Может, действительно отрезать их, чертовой матери. Ладненько, ладненько. Короче, от котов одни проблемы, да? Так и есть. Добрый день, у меня вопрос. Если я делаю топологию, то потом просто могу запекать хайполи на ту топологию, которую я сделал? Все верно? Да, все верно. Такой вот команда маленькая, объем работы большой. United Kingdom. Кстати, клевая функция с Instance Meshing в брашке. Да, прикольно, прикольно. Наконец-то это народ давно просил. Наконец-то сделали. Так, давайте я попробую это отрезать. По-моему, вот так это идет. Надеюсь, я отрежу правильно. Хоп. Хоп. Вообще можно было, конечно, отрезать на одно, а второе отсимметрить, но так как у меня там уже запаковано все, мне неохота потом опять это все перепаковывать. Так, а сюда. Сюда куда? Вот сюда. Поэтому не ругайтесь. Не ругайтесь, все хорошо. Вот, отрезали коленку. Давайте попробуем теперь перевернуть. Ну давай, господи боже. А если их отдельно сейчас так сделать, они гигантскими станут, да? Да. Почему он их по отдельности не делает? Я же только одну выделила. Зачем он делает их все? Квикпил. Ужас. Можешь рассказать, что так много жалоб на Wizard? Что там происходит? Из-за чего вдруг у них все плохо с деньгами стало? Это хороший вопрос. Wizard, кстати, пишется с Т на конце. У них там, видимо, из-за кризиса, как я понимаю, что-то не так пошло совсем, и все повылазило это наружу. Но там и до этого были задержки, насколько я знаю. Меня так надолго не задерживали, меня максимум задерживали где-то на месяц, что прям на 4 месяца задерживают зарплату, это прям жесть. И стрёмно, что люди сидят и ждут, когда все это закончится, вместо того, чтобы просто уйти. Потому что, хрен знает. Так вот сидеть, ждать у моря погоды, а вдруг тебе вообще не заплатят. Ну и жалобы на отношения там какое-то, что-то там я читала. Ну, напряженная обстановка, когда у людей нету денег, и обстановка становится напряженной, поэтому так. Там много всего подводного под то, что не очень хочется рассказывать. Ну вот так вот. Я вовремя, короче, ушла. Видимо, я когда ушла, все только начиналось. Что там что-то с задержками, что-то было. И там была такая тема, что по окончанию проекта должны были премии платить. И мы когда закончили проект, нам обещали выплатить премию, но ее так и не выплатили. И мне до сих пор ее не выплатили. Вот. Ну, ее как обещали? Нигде это не было написано, что мы просто вот вам заплатим, а документально это нигде не подтверждалось, и, короче, что не подтверждено документально, то, считай, не будет никогда исполнено, и поэтому я даже не жду, что мне что-то заплатят. Вот такая вот история. Layout крутой.
да. Оля, а в позу ставить когда будешь? Да вот уже пора на следующей неделе бы ее начать ставить. То уже совсем мало времени осталось, а надо еще придумать типа антураж. Такой. Макси починили сглаживание по центру. Оно теперь мягко работает и круто, а не как раньше. Возможно. Ну вот, я отрезала коленки, теперь они мне не влазят. Куда их впихнуть теперь? То пальцы впихиваем, то коленки. Боже мой, как там этот панин переворачивается сейчас? Блин, тут тоже хреновый чекер, тоже надо отрезать. Блин. Короче, ладно, давайте все отрежем и перепакуем, бог с ним. Очень веселенький стрим намечается. Ювишки это такое, знаете, надо запастись нервами. Это вам не скульптинг, ты сидишь и вот так. Я творец, я творю. Тут ты сидишь и чувствуешь себя, не знаю, плохо себя чувствуешь. Не буду ругаться. Где удобнее запекать? Кто подскажет? Удобнее всего на массете запекать. Нет, зачем руками? Зайди в релакс наверху. Куда наверху? Что за наверху? Я потом их наверное, перерастяну. Вот. Так. А что, внутри броню тоже надо ретопить? Что внутри броню? Где внутри броню? Не, я все-таки эти части отрежу, потому что они, по идее, отдельные. Чародей. Почему ты не хочешь релакснуть через тут? Почему-то сообщение сразу не пришло. Можно сделать как удобно. Можно сделать просто скульпт, его покрасить и забить. Кто там говорит, лассо использовать? Типа с лассо удобнее разве, чем по эйджам? Или что за лассо, которое по этим эйджам выделяет? Слушай, швы также останутся. Швы я делаю по этих. Я же, видишь, смотрю, у меня здесь включен скульпт. Я делала каждый этот объект, который я его очерчивала. С учетом, что я его потом отрежу, если у меня хреново разложится. Вот. Я руку вот здесь вот так вот отрезала. Какой-то садистский стрим сегодня. Пальцы там, руки. Поэтому я отрезаю. Вот в чем. И сейчас я это все переразверну и запакую обратно. Вот. Оля, как у тебя с рисованием? Можно ли быть прекрасным 3D-художником, при этом совсем не уметь рисовать? Не знаю, ну, наверное, можно, но лучше все-таки развивать в себе это. Так, переразвернула и запакую сейчас. Ну вот. А, черт! Один тут этот остался. Черт. Как же так? А тут, блин, отрезала. Балда. Давай еще раз. Хоп. 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 Нормас. Почему-то здесь не особо лучше стало. Все-таки придется еще сильнее релаксить. Так, что еще? Все. Михау. Михау. Люди не уходят, потому что некуда, скорее всего, конкуренция подавляет. Ну, там в основном молодые же люди. Молодые люди, они себя недооценивают очень сильно часто. Вот я тоже сидела, ждала. Чего ждала? Тоже сидишь, думаешь, ну, я говно, я нигде не нужен, посижу, подожду, потому что я говно. А потом, когда выходишь на фриланс, оказывается, что ты не такое уж и говно. Извините. Мармасет хороший бейкер сделал. Да. Сообщение приходит с 10-минутной задержкой. Нет, я просто читаю, которое еще пропустил. Там лассо Эджей. Где? Где лассо Эджей? Мне удобнее почему-то, не знаю. Потому что я не привыкла к этим тонкостям всем максовским. Я использую просто эти Эджи. Кошмар, жуть какая, а не за горами, еще и ужесточение карантина, думаю, для многих это основная причина не увольняться.
Это самое стрёмное, да. Ну, я все-таки за то, что люди молодые, это не какой-нибудь там... Какой пример привести, не знаю. Что там все сидят уже предпенсионного возраста и такие, блин, ну если мы сейчас уйдем, то нам вообще некуда идти. Потому что у нас уже возраст. Там ведь люди не особо такие взрослые. То есть, по идее, молодые специалисты нужны. Даже за границей, в принципе, можно попробоваться. Так что... Не знаю, надо себя любить. Не надо как-то делать все это, потому что тебе вот говорят надо, надо. Делай так, как ты считаешь нужным. Вот. Я думаю, что нужно, во-первых, думать, как тебе удобнее и как тебе будет лучше. Такие дела. Кнопка брик есть на боковой менюшке. Свитки эксплоды. Так, эксплоды. Эксплоды на боковой менюшке эксплоды. Брик. Это? И что она делает? Ой. Она разрывает что-то, какие-то штуки. Как ты на фриланс вышла? Ну, я и была на фрилансе. Я когда в студии работала, я брала фрилансы. Теперь просто я как, то есть теперь я опять работаю, уже я наоборот сейчас опять слазю с фриланса, потому что я поработала уже, сколько получается, с ноября, полгода, короче, где-то я поработала на фрилансе, сделала там много всякого-всякого, и мне предложили сейчас работать опять льдом по персонажам в студии, и я вот сейчас опять работаю льдом. Вот, и наоборот, сейчас закрываю все фриланс-заказы и перехожу на полный день. Но на полный день, то есть удаленный. Вот. То есть я и там поработала, сейчас еще и там. Так, короче, фиолетовенькая и розовенькая пока так. Розовенькая, это вот эти. В общем-то, пойдет ничего такого тут, ладно, хрен с ним. Ты разрезаешь выделенные эйджи. А, то есть, чтобы в брик этот не лазить, да? А, понятно, понятно. Не знаю, Оль, вот на моей нынешней работе список кандидатов 30 человек на одно место, и те, которые внизу, явно не в самом хорошем положении. Собственно, со второго по последнего на должность не попадают. Печаль, нифига себе конкурс, 30 человек. Что за студия? Студия называется Майтона. Это игровая студия. Там всякие игры. Там у них очень много крутых проектов. Они сейчас вышли на международный уровень. У них довольно все уже прокачано. Вот. Поэтому очень интересно поучаствовать. И тем более у них там очень много проектов с персонажами. И я прям такая, ууу, персонажи! И вот так еще. И плаваю в них, купаюсь там, да. По-всякому. Вот, короче, мне нравится. Ну и то, что студия такая более как повернута лицом больше к сотрудникам, чем тот же Wizard. Там, ну, короче, условия хорошие. Вот. Вот. Приветствую, наконец-то попал на свой стрим. Да, привет. Земли как-то можно спрожектить полигруппами с модели на модель. Спрожектить полигруппами. Можно маской выделить то, что ты хочешь. То есть не то, что ты хочешь, а на что ты хочешь прожектить, выделяешь маской. И прожектишь то, что у тебя там. И тогда то, что только в маске, будет изменено. Блин, как так получается говорить и делать? Я даже так, когда говорю, отворачиваюсь от монитора. У меня не получается, видишь? Ой, почему-то я вот эту металлическую штучку засунула в куртку. Так, надо бы что-то сделать с сумкой, она ужасная. Она ужасная. О, господи, больно смотреть на эту сетку, но разворачивать я ее не буду. О боже, что это? Ладно, хорошо. Я, короче, это вот сейчас сошью, чтобы мне это глаз не мозолило.
Какой кошмар. Я быстренько, подождите. Просто я не могу. Все. Блин, как получается? А, написал, это было не стоило, потому что мужчины и женщины. А я видел их на ХХ. Кого их? Майтону? Или кого? Я когда устраивался, больше 50 было на место. Выбрали меня. Ну, стучит личик. Хочу к тебе в студию. Можно посмотреть? Они вроде, может быть, кого-то набирают. Можно посмотреть. У них там на сайте, у них есть этот раздел вакансии. Может быть, кому-то будет что-то интересно. Сейчас я тут релаксну еще немножко, подождите. Хотя эта часть будет не видно, что я делаю, блин. Топовая сетка. Правда, на сайте у Майтон 2D вроде как. Нет, у них не только 2D, у них там и 3D есть. У них там сейчас в разработке еще много интересных проектов, про которые нельзя говорить, но вот, вот, короче. Все очень интересно. Я люблю, когда много интересных персонажей, и можно делать, вот тебе говорят, вот сделай вот, как ты считаешь нужным, чтобы было вот прикольно, нам важно твое мнение. И ты такой, что, повторите, вам что-то важно, что я скажу? Раньше у меня такого не было, мне говорили, типа, делай, блин, почему так криво делаешь? Ну ты вообще, у тебя руки откуда растут? А тут, типа, для меня пока это странно. Может быть, просто потому, что направление у команды, у компании другое. Короче, ой, смотрите, сколько твистов тут. Ё-моё, красота. Ладно, по звездам пойдем. Поделаем хитро, пойдем по звездам. Так, какая там кнопка? Вот эта, да? О, нифига, не надо в брейк влезть. Ничего себе. Ну ничего себе, как бы тут так... Я не знала, что эта штука так делает. Arena of Legends. Это проект их вроде. Да, Моношторм, ага. Да, их проект. Да, я видел Майтону на ХХ. Ну вот, видишь, вот. Они есть. Но у них и на сайте есть там какие-то эти. Почему русские тогда художницы такие красивые? Не знаю, про кого-то вообще. Привет, не пробовала блендер? Нет, я все думаю поставить, но никак не поставлю. Так, что я тут отрезала, что еще нет? Что это? А, это что? А. Угу. Ага, секретно. Ладно, тут я тоже сделаю так. Ладно, поставить. Ладно. Боже мой, почему тут уже есть какая-то что-то? Что это тут? А, это краешек. Господи. Господи, кто делал эту сетку? Какой кошмар. На фрилансе тебя кидали когда-нибудь? Было такое в самом начале, когда я только начинала фрилансить. Было такое, что я не брала предоплату и такая, типа, ну я же лошара. Скорее всего, моя работа будет такая, типа, я буду их просить, ну пожалуйста, ну возьмите эту работу, заплатите мне какие-то деньги. Короче, я не любила свой труд особо и думала, ну не заплатят, но и не заплатят. А это плохо, так делать нельзя. Сейчас я так бы уже не стала делать и сказала бы сначала мне, пожалуйста, предоплату. Надо любить свой труд и бережно относиться к своему времени, потому что оно ограничено. И тратить его на то, что типа для какого-то дяди сделает лучше, ну это такое себе сомнительное. Вот. Так. Поэтому, да, было такое. Заказали персонажа, я его что-то поделала, а они потом пропали. И я такая думаю, ну, это все потому, что я хреновый модельер. И все. И больше ничего не делала особо. Ну, для них. Ой, что я делаю? Так нельзя делать. Не делайте так никогда. Сколько берешь предоплату? 50%?
Ну, вообще, когда, да, начинаю с каким-то новым работодателем работать, блин, мы обычно договариваемся, что, ну, там 50% будет предоплата. Но когда ты уже с людьми долго-долго-долго-долго работаешь, потом у вас как-то это так по накатанной идет уже, и ты уже особо не просишь предоплату, потому что они тебе, ну, по факту платят уже. А предоплата — это типа там сумма бьется, вот это все. А иногда платят вообще всю сумму сразу, а потом ты типа только сдаешь проект. Там по-всякому бывает. Но лучше, когда ты вот только начинаешь с кем-то сотрудничать, первый какой-то там, первый заказ на этих людей делаешь, лучше взять предоплату. Потому что, ну, это такое, перестраховаться, так сказать. Так, тут я, по-моему, разворачивала уже. Давайте попробуем упаковать. Почему не существует какого-то теста? Ну, здравствуйте. Что это началось? Ты молодец, конечно же. Давай. Вот тебе и 3D Max. И надеюсь, там все сохранилось. Почему не существует какого-то теста, чтобы понять, что ты готов к фрилансу? Ну, нет такого теста, потому что, как насколько ты бы крут не был, ты все равно не готов. Это психологически очень сложное мероприятие, начать фрилансить, потому что ты сам себе хозяин, и ты должен отстаивать свои интересы. Обычно же это делает какой-нибудь дядя, а тут надо самому прям... ходить, что-то ругаться, выяснять, если тебе не заплатили, значит, трясти. Так, какой-то тут есть последний автосейв. Это кого-нибудь кидала? Как долго я пытался попасть на твой стрим? Ой, ну вот, попал, класс. Хорошего мэппинга, да, не сдохнуть бы с этого мэппинга. Уже целый час вот ковыряюсь с этими текстурами. Ой, то есть развёрстками, еще не текстурами. Надеюсь, скоро будем запекать, и уже и это все закончится. Так, желтенькая — это будет сумка или мешок, который кожаный. Вообще, по идее, надо было металл отдельно сделать, но мне лень. Пусть будет так. Его, на него особой текстуры-то, наверное, будет не видно. Сейчас я засейвив, то мало ли. Итак. Так. Что-то я пропустила. Про кидала или не кидала. Пришел на блендер, насколько сработало с ним разным, насколько все равно прошу, да, правильно. Главное избегать таких товарищей, которому я делал один топор из трех частей других сделал, а потом начинается, ну ты же видишь, что надо по-другому, в концепт ты попал, но ведь иначе, вот, да, это самое стрёмное. Вообще желательно обговаривать еще количество правок. Это, конечно, тяжело будет сделать, но бывает такое, что ты делаешь какой-то заказ, ты вроде как уже в концепт и попал, и уже вот то, что нужно, сделал, а тебе говорят, ну, а давай вот еще вот здесь поправим. Или, а давай вот сделаем вот так. А вот кажется, вот это вот смотрится как-то странно. Давай вот сделаем вот так. И получается, ты уже начинаешь делать какую-то лишнюю работу. Вот так не надо делать. Блин, да почему ты не раскладываешь? Что случилось? Он не хочет паковать, он хочет, чтобы я делала это вручную. Он же тварь, а? А, у меня там, наверное, нет UV-шки на запчасти. У него поэтому диссонанс. Ладно. В России заказчики так себе. Есть и зарубежные заказчики так себе, кстати. Главное делать не бесплатно, если ты можешь сделать хорошо. Да, как это Джокер же говорил. Если можешь что-то делать, не делай это бесплатно. Да. Ты кого-нибудь кидала? Я никого не кидала. Старалась придерживаться как-то. Заказчики сами что? Сами тебе пишут, как я понял. Да, чаще всего так и есть. На фрилансе, понятно, сталкиваешься с чем-то, чего никогда не делал до этого.
Ну да. Думаю, что можно смело начинать фрилансить, когда у тебя много работ, которые лайкают совсем незнакомые люди в большом количестве и не только. О, Сергей, привет. Привет, я начала работу на конкурс, но подвалилась работа и пришлось забить. Эй. Это более знакомое окошко. Да, дело в том, что у меня вот на этих штучках, по-моему, нет UV-шки. А когда ее совсем нету, Макс такой, что? Так может быть. Да, но вот на цепочке нету UV-шки вообще. И он поэтому не понимает. Так, сейчас. Так, невозможно же предугадать, какое количество прав понадобится. Мне кажется, лучше тогда выдать количество потраченных часов и умножить на ставку. Стандартно договариваешься бесплатно две правки. Ну, это, наверное, это когда ты уже профессионал, только так сработает. Оль не хватает автомата, не хочет автоматом паковать, потому что больше нравится, когда ты пакуешь своими руками. Ну да. Вот, смотрите, видите, есть тут вот эти вот UV-шки, которые на вот эти штуки, а UV-шки на вот эти шарики, их нету. То есть не шарики, как они, цепочки. То есть ее вообще не существует, она где-то в бесконечной точке там. И поэтому он такой, что ты хочешь от меня, женщина? Отвали, пожалуйста. Надо поэтому их развернуть отдельно, отдельно развернуть. Сейчас, быстренько. Автоматом нарежь цепь по 45. А, что значит по 45? Я такие новые инструменты не знаю совсем. Типа здесь есть автоматическая какая-то хрень, которая сама за меня это сделает? Да? Сама поставит эти ринж глазки? Да? Почему такая длинная полосочка? Давай-ка еще разок. Почему вот это тут не сработало? Что случилось? Что такое? Что это такое? Что это? Откуда вообще? А почему ты-то не развернулась? Алло. А, простите. Ну вот. Мэппинг сверху, там 45 градусов автоматом. Так, где? Мэппинг. Туда? Где 45 градусов автоматом? Здесь? Тут ничего нет. А тебе нравится управлять людьми? Я не управляю людьми. Короче, ладно, не знаю, что вы от меня хотите. Все, это я развернула, окей. Надеюсь, теперь он не упадет. Тейкс. Ты ставишь группы сглаживания на модели под запечку. Ну, иногда да, но чаще всего нет. Ну, я имею в виду для своих вот конкурсных работ, я чаще всего забиваю на все это. И бегаю там потом, веселюсь, потому что все выглядит не так, как хотелось бы. Давайте-ка сохранимся на всякий случай, мало ли. Да. Чародей. Храни! Полигоны надо выделить. Ладно, смотри. Что за полигон? А, тут что ли, вот это? Ну, уже поздняк. Я уже развернула.
Так, пак. Только не падай, только не падай. Только не падай, пожалуйста. Что ж такое-то? Проблема была не в этом. Еще есть? Еще есть варианты? Сейчас еще разок. Рит. Ивин. Фаталити. Где-то еще, значит, есть тема, что нет ювишки. Блин, как его сейчас искать? Блинский, блин. Самое время ставить блендер. Да, да, да. Так. По отдельности выделяй меш на уровне объекта и отдельно разворачивай. Давай. Давай, все, вот, сейчас. Это надо было выделить по материалу, конечно, но ладно, фиг с тобой. Хоп. Хоп. Давайте проверять. Что это? Куртяжка есть. Что такое? Это вся куртяжка. Куртяжка есть. Вот эту хрень мы только что развернули. Она тут лежит уже. Вот она есть. Ремешки. Ремешки, я говорю. Ремешки есть. Есть. Сейчас кажется, что все есть, в общем-то. Это есть. Это что? А, я слышу. Да что-то вроде все есть. Я и хрен знает. Есть пустые где-то места? Все же есть. В чем дело? Ой, а почему-то на сумке нету ювишки. Сумка закосячила. Я же ее разворачивала только что. Мы же вместе это делали. В чем дело? Почему у нее нет ювишки? Что случилось с сумкой? Сумка глючит, да, сумка. Вот же тварь, а. Вот ты тварь. Мы же тебя развернули. Что не так с тобой, а? Зараза. Ладно. Сейчас все будет. Блин, опять эти грани искать. Ее упала. Да успокойся, господи. Сейчас. Где ты тут? Вот. Предательская сумка. Как так получилось, что она сбросилась? У меня зависло в тот момент, что ли, или что? Нажимай ОК, когда вылетает, он будет автоматически тебе автобэк сохранять и не будет бояться, что вовремя не сохранилось потом папки. Я оттуда и открывала в прошлый раз, но в этот раз я не нажала ОК, потому что там и так уже был этот бэкап. Ничего не видно. Ничего не видно же. Так? Ладно, так. Так. И вот это еще. Так. Вот эту штуку верхнюю хрен развернешь, да? А, нет, быстренько. Так, 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 так. И вот тут у нее что-то не сходилось, по-моему. Или норм. А, да, вот. И солнце прям в лицо. Я же тут развернула тебя. Что тебе не нравится? Что тебе, мать, не нравится? Или я не тебя развернула? Это ужас. Когда развернули сумки, не сколлапсили модификатор Unwrap.
Попробуй запаковать кнопкой справа. Да, она же делает то же самое, по идее. Я вот мучаюсь, а вы смеетесь. Это не стыдно вам, а? Смеяться, блин, над человеком бедным. Это же самый отвратительный этап работы, какой вообще может быть. Блин, да почему я здесь никак не прочерчу-то, а? Что за фигня? Нормально, все. Сейчас заколлапсю, все, вот, пожалуйста, все, заколлапсил, окей. Теперь все должно работать. Пойди. Сейчас. Сейчас. Мне стыдно, так же туплю постоянно. Вот вот как, да? Вредные, блин. Так, надеюсь, теперь все. Надеюсь, теперь у тебя все в порядке. Все ювишки на месте. Почему в прошлый раз сумка выделялась, хотя ювишки на нее не было? Вот это странно. Спаси и сохрани. В майке как-то проще разворачивается вроде. В майке я тоже пробовала, но как-то мне не особо проще было. Может быть, дело в кривых ручках. Сохранилось, сохранилось. Это крест всех моделеров, этапы, на которых вытекают глаза. Не смейтесь, изверги. Так, все, теперь вот смотрите, сейчас должно получиться. Так, пятерочку тебе. Аллилуйя! Почему такая тупость, анимакс? Куртка какая-то маленькая получилась. Знаешь, что такое большой? А, ремень. Как-то дерьмово упаковал, не знаю, мне не нравится. Что думаете? Оптимально, нет? Как будто бы здесь в центре много места слишком. Привет, Ольга, рад видеть тебя в добром здравии. Очень классный персонаж, необычный. Ты точно выиграешь в конкурсе. Спасибо. Спасибо. На самом деле много пространства свободного. Да, я же говорю. Может быть, мелкие детали стоит поувеличивать и рассовать по углам. Потому что с крупными он что-то накосячил. Давайте попробуем. Можно и сумку, наверное, увеличить. Или нет? А мелкое это что у меня такое? Металлические кнопочки, что ли? Вот еще ремень надо сделать вот этой штукой. Блин, солнце как ярко. Ровно он сделал, я не вижу. Ну, не ровно. Так. Да блин, не свети на меня. Короче, сделаю вот эти все крупные, как есть. А мелкие отскейли. Все же место, чтобы не пропадало. Вот. Очень много свободного места. Нужно смержить все объекты, иначе части несоразмерные будут, и поставить галку на ротейт в упаковке. Чего? Что за эти магии, как ты говоришь? Не надо, то свободное место под пивасик, ну или под винишко. Эй, да, сегодня же суббота. Блин, ничего не вижу. Светит солнце прямо в глаз. Может, эти ремешки тоже выпрямить? Или хрен с ними? Хреново, что Макс не справляется с выпрямлением вот таких ремешков, когда у них вот тут на конце такая завязка. Их тогда нужно выделять как-то, типа, вот так. И так выпрямлять. И то он вам что-то, какую-то фигню делает. Это черви. Бля. Ненавижу, когда солнце в глаза или в монитор светит. Что солнце?
Взяли на работу, а там паковать UV нужно вручную и раскидывать кучу деталек. Печаль. Такой механический труд, в принципе, ой. Я думаю, для этого уже должны роботов брать на работу, а не людей. Чтобы люди не делали то, что могут сделать роботы. Пожалуйста, придумайте робота, который упаковывает UV-шку. Ну, пожалуйста. И который прикрывает вот так вот. А, это же у меня еще и на шее эта штучка. Ее точно надо крупнее сделать. Давай ты сюда пойдешь. Ты тоже. Блин. Ты сюда. Вот это он красиво сделал. Прям в ряд. Все такие красивые, нарядные. Хотя на металле особо деталей будет не видно, никто не будет всматриваться там в какие-то царапинки на каких-то там болтиках. Мне кажется, это чересчур. Я в прошлый раз уже рассказывала, что я когда делала кунаичи, я забила вообще на какую-то детализацию рук, там вот это все. Ну, типа, главное общий вид. А если общий вид плохой, то никто не будет всматриваться в детали. Лучше сначала разработать какой-то общий вид, а потом уже запариваться с деталями. Вот эту штуку давайте еще крупнее сделаем. Это типа у нее нагрудная какая-то хрень. Возможно, я на ней что-нибудь напишу. Типа там, йоу, там, что там, техномаги рулят. Что-то такое. Вот. Солнце, которое светит в глаз, это иудейский бог. Как бы намекает, что все боги занимаются делами нельзя. Можно, можно. Ну, можно. Что это тут такое? Что это тут такое? Почему ты... Ой, не так много. Разорвано. Ай, все равно много места, господи. Так, а мы кто, киборги? Мы не киборги, мы тортики. Я вчера уже поняла это. Мы все тортики. Так что, на всякий случай... А, кстати, надо посмотреть, как проверить, тортик-то или нет. Это что за квадратик? А. Ну и вот. По идее, можно тут еще тоже поскейлить. Это что у меня? Должен не скейлить. Блин, много пространства остается все равно. Как-то тут не укладываю его. Давайте еще чуть сумку поскейлим. Предложение Макса по упаковке было не очень. Не понравилось. Видишь, чародей, он не всесилен. Тортики? А зачем такое количество полигонов, которых не увидишь никогда? Надо. Надо. Тортики жирные. Есть нежирные тортики, есть и жирные. Ну, все разные тортики. Есть красивые, есть которых сделали, ну, как получилось. Вот. Да, мы тортики. Есть такая тема на Ютубе. Введите в Гугле, почему все торт. Вот, вы поймете, что все вокруг на самом деле торт. Да, и вы просто не замечали этого. Посмотрите, так много места, и две такие синтепульки лежат. Много пропустила? Да не, немного. Ну, и там нет такой кнопки запаковать красиво. Она просто делает пол работы. Дальше надо ручками доскеливать и передвигать. В чем смысл тогда? Меня не устраивает это. Я хочу, чтобы все сделалось красиво одним нажатием кнопки. Просто ты нажал, и все, и сидишь, чай пьешь. А оно там сама все делает. А ты вон с ребятами общаешься. Рассказываешь им, как ты долго все это скульптил. Люблю шоколадный со сливками и целыми вишнями внутри. Опять мы про жратву начали говорить. Кстати, тот видос, который был на The Brush Life, его так и не вернули. Так и не залили, то есть. А я им что-то не напоминала. Мы только говорили про расписание и все. Следующий стрим будет, скорее всего, в конце августа. Мы забрали. Мы пока, правда, еще не определились, когда точно. Но где-то там.
ты будешь лежать вот так. Ой, нет, подождите. Вот так. Напоминает матрицу, тогда мы все живем в торте. Возможно, так и есть. Ну как, в чем смысл? Если с самого начала разворачиваешь эту задачу буквально на один. И тут один клик, 30, на 30 минут, и все. Целых 30 минут. Ладно, хорошо. Хорошо, ты защитил их. Надеюсь, они тебе хорошо платят за это. Давайте еще сумку поскейлим, раз такое дело. А вы видели, новый Substance вышел? Что-то там новое появилось. Вроде по Юдимам можно рисовать наконец-то, да? Или это было уже можно? У меня еще он сам обновился. Я такая захожу вчера, что-то делаю в нем. И там какие-то новые надписи. Я такая, что? Новые какие-то менюшки. Я... О боже, что случилось? Оказывается, он обновился. Вот смотрю видео, там мужик все разрезает ножом тапки, бумагу, ужас. Да? Я же говорю, все торт, все торт. Мне кажется, даже люди торт. Так что, будьте осторожны. На солнце долго не стойте, можно растаять. Разворачивать можно гораздо быстрее. Хорошо, все, я закончила. Давайте я загруппирую. Так, осталось. Что у меня осталось? А здесь нужно желтым тоже покрасить. Так, а что осталось-то? Бинтики остались. Бинтики, волосы. А вот эти штуки я вообще не разворачивала. А зря. Substance Painter 2021. Я не видел новый. Скинь ссылку. На что ссылку? На видос? Он у меня просто обновился. Как вот? Он у меня просто обновился. Что за секта? Тартианство? Да, наверное. Я понял. Чё понял? А, ты меня тут понял, да? Короче, видео я не видела, поэтому я тебе тут не подскажу. О, а тут уже, смотрите, кто-то побывал. Ничего себе. Наверное, какие-то ночные эльфы, ювишники пришли, тут мне все развернули. Ничего себе, вот это да. Вот это мне повезло. В Земле тоже какие-то эпичные обновления ожидаются. Ага, вначале уже. Мы про это тут все поплакали, поговорили. Я не знаю, правда, когда ждать. Я хочу выучить Substance Designer. Бывает. Substance Designer довольно сложный пакет, как по мне. Я его открыла, что-то там поделала, и потом подумала, а где, собственно, творчество? Когда я начну что-то красивое делать? Потому что на ArtStation, там у них все время какие-то такие красивые рендеры, картинки, радуги, там, единороги. А заходишь в Substance Designer, и он тебя сразу же кипятком с порогов обливает. Ничего не понятно, и вот. Ликовка сыплется. Макс сыплется. Ну да, ювишники. Вы оставляете компьютер на ночь включенным, придете, а у вас там уже все заскульпчено. Вы думаете, как это происходит? Вы что, думаете, все это делают люди, что ли? Ой, блин. Наивные вы, конечно, наивные люди. Люди. Для технических художников Substance Designer реально работает. Он полезный, только если шаришь в нодах. То можно собрать очень много. Ну, там как такового творчества очень мало просто. Там прям нужно сидеть, что-то прям сидеть долго. Кица так умеет. Что, скульптить, что ли? Так, винтики надо сделать чуть побольше. Дизайнер, чтобы материалы делать более расширенные. Ну да, но... Короче, мне он особо не пригодился, дизайнер этот. Я ничего такого особого не делаю с материалами, во-первых. А во-вторых, он довольно такой технический какой-то больше.
А я как-то не очень люблю технические вещи. Мне бы вот фломастер, бумажку или там пластилин, чтобы я там что-то делала. Вот. Такие дела. Время уже 5:30, нужно закругляться. Закругляться, мы много сегодня успели. Чего себе? Всю развертку почти. Так, бинты надо в другой цвет покрасить. Или они уже другого цвета? Какой-то он совсем не другой. Какой-то синий. Эти вот зеленые. Окей. И остается волосы. Волосы я уже потом сама разверну, чтобы вы тут не смотрели на этот ужас. И что еще? Что еще? А, вот эти штуки еще нужно запихать вот сюда. Я забыла совсем про эти штуки. Они у меня... А, или их в ноги лучше запихать? Куда их лучше запихать? Лучше в розовенькое. Ну, что ты начинаешь? Нормально общались. Наконец-то мои 10 тысяч часов в Тетрисе пригодились. Когда вишки раскладываешь-то? Ну да. Ой. Ладно, давайте их запихнем в розовое. Я думаю, они тут будут лучше, потому что это металл. И лучше все, чтобы было в одном. Оля уходит. Да тут я, господи боже. Вот смотрите, на эти квадраты опять нету вишки. Вот что за напасть, а? Это вот они такие приходят после... После этого, после кота, по-моему, или после забраши, что вообще нет вишки. А она, по идее, хотя бы какая-то должна быть. Майка вообще не любит, когда. Да вы чё, блин, я еще не ухожу. Надо, я сказала, надо закругляться. У меня у ребенка завтра день рождения, мне нужно ему сходить купить подарок. Вот. Он уже попросил подарок, поэтому нужно быстренько закончить и пойти купить подарок, торт. Свечки, шарики, шапочки, что там еще нужно для дня рождения. Всякого разного. Тортик, да, тортик обязательно. Как же без этого? Мы все время на день рождения забываем свечки на тортике. Неважно, у кого день рождения, даже если у взрослых. И все время в первых рядах задувателей свечек, конечно же, мелкий. Как в песне как, про кота, кота меня ты позовешь. Надо еще выбрать как какой-то подарок же. Вот. Даже если день рождения у кота я не знаю, когда день рождения, так что это не считается. Блин, я все время по привычке туда лезу. Так, как теперь тебя, блин, развернуть? То есть тортик не запечь, а купить? Ну да. Печь его очень долго. Конкурс-то сам себе не сделает. А тут сработало на этих штуках. Странно, почему так? А раньше, когда я на эту кнопку жмакала, все подряд перераспределялось. Почему так? Так. Карантин, нельзя задувать свечки. Разве что какими-то мехами дунуть. Спринцовкой. Со спиртом еще, чтобы еще сильнее разгорелось. Подарок, самый последний момент. Понимаю. Ну да. Ну, там какая-то игрушка, скорее всего, будет. Что такого криминального. Да он и так постоянно, как не пойдешь с ним в магазин, постоянно купи вот это, купи вот это. Каждый день, как день рождения. Так, куда бы вас засунуть, ребята? Смотрите, какие они волнистые. Последний момент, конечно, нельзя покупать. Особенно, если ты не знаешь, что подарить. Но ребенок уже заказал, он уже знает, что он хочет, поэтому будет проще. Блин, опять солнышко это.
Все, эти штуки тоже тут пускай лежат. Тут еще вообще для таких штук очень много места. И можно было их сделать крупнее, наверное. Ладно. Не ленитесь, как я. Делайте нормально. Сейчас. Подождите. Слишком большие сделаю. Места-то много осталось тут. Можно их побольше сделать. Вот такими там. Оп. Оп. Она раскидает все ее вишки их сейчас. А-а-а, это уже не влазит. Точняк, за модель тортик, запеки текстуры и поздравь Нику, пацан. Тебя, пацан. Угу, хорошо. Слез будет. Я вам потом заходку, и это вы будете виноваты в этом. Когда ребенок будет плакать. Да что ж такое? Очень солнечно сегодня. Давай, куда тебе? Сюда влезешь? Вообще идеально. Смотрите-ка. Еще два. Ладно, подвинься. Сюда. А этот... Этот... Куда тебя? Куда? Ну, давайте сюда. По идее, влезет, да? Идеально. Вообще перфект. Ладно, пойдет. Не все мы, я не поддерживаю чернее, только ты молодец. Нельзя положить одну на другую? Нельзя, потому что ошко у них будет разное, и будет видно, что они же, видите, под разными углами здесь стоят. Здесь ошко одна будет, тут другая, и, короче, будет видно косяк. Тут вообще надо их подвинуть, что-то они здесь вылезли из меша после ретопа. Надо аккуратно делать оверлэп, потому что когда ты его делаешь, есть вероятность, что не подойдет правая сторона к левой. Особенно если вы запекаете какой-нибудь вот такой АО, придется его потом везде закрашивать, это не очень хорошо. И грустно. Вот. Мы все развернули, ну кроме волос. Не хватает теперь развертки на волосы и не хватает геометрии глаз. Глаза у меня сейчас просто задраши. Какие там были, их нужно специально делать отдельно. Остальное все готово и можно печь. И текстурить. Еще надо сделать оружие. Вот. И позу. И придумать историю. И пьедестал. Короче, ужас. Сохранись. Да-да. Сейчас. Готово. Наши труды не прошли зря. Оля, сколько часов на ретоп уходит? Ну, смотря чего, вот такого где-то за пару вечеров, в принципе, можно сделать. Золотой фон цитат. Не ленитесь, как я, делайте нормально. Ну да. Запишите там где-нибудь. Так, ты красотка, ты в курсе? Нет. С днем рождения твоего сына, пусть результат большой, не будет лапшовых. Эй, хорошо. Хорошо. Я ему передам. Ну и все, наверное, на этом. Чё? Почему тут розовое все? Ну-ка, быстренько черным. Черный должен быть. Вот так вот. Брутально. Нет. Синий. Во, как будто мы в майке. Нормально делай, нормально будет. Насчет текстур. Будем ли смотреть текстуры на следующем стриме или посмотрим уже на финал, не хотим. Это уже очень страшно. Ого, чародей, сколько у тебя печенья. Спасибо. Можно фидбэк на мой персонаж на конкурс рендер? Богомол, плиз. О, нифига, надо было, наверное, вначале устроить, кстати, что-нибудь типа того. Может быть, кто-то хочет обсудить свои работы. Я, по-моему, видела его. Сейчас. Богомол. Хоп. Референс прикольный, мне нравится вот этот референс. Прикольный такой.
Да, давай смотри текстуры. Текстуры хочется посмотреть. Да, давайте тогда текстуры будем смотреть на следующих выходных, да? Если, конечно, получится. Если не получится, то... Работа проделана фантастическая с персонажем вообще, как и все твои работы. По-моему, я там поленилась. Ну ладно, спасибо. Так, по поводу мукомола. Давайте посмотрим, что тут есть за картиночки. Я мотну в самый конец. А, это и есть конец. Закончил скульпт, пишет. Ну вот, на лице очень мягенько, вот я бы, наверное, посоветовала разгладить вот такие вот места мягенькие. Металлические руки будут. Какая-то сеточка на ноге. Лучше не делать какие-то такие детали, которые типа детали ради деталей. Руки не закончил или закончил это? Потому что это смотрится, видно, что ну, оно там не к месту, вот как сеточка это. Но ее тут, правда, не видно. Видно, что вот что-то металлическое, и сверху какая-то такая, хоп, просто он ни на что не крепится, просто сетка. Но тут не видно, ладно. Да, плюс на текстуринг. Обсудить даже так можно. Ну, уже, наверное, слишком поздно. Надо было что-то об этом пораньше подумать. Ну, вот это то, что Искандер скинул. Типа, вот смотрим. Ну, короче, я бы мятость еще подобрала. Особенно на лице. Лицо это такое важное. Важная такая часть. На лицо сразу смотрит. Если лицо плохо сделать, остальное все не будет смотреться. А ты будешь это ретопить все, да? Посчитал, что нужен мультяшный стиль. Да, вот, кто это вообще там смотрит? Господи, мне тоже там непонятно какой стиль. Короче, я бы убрала какие-то такие мелкие детали и подгладила еще. И когда делаешь скульпт, лучше не делать в таких вот материалах разных. Типа металл, там еще что-то. Особенно не использовать кавити, потому что оно мешает восприятию формы. Вот здесь вот металл, он хорошо смотрится, а, например, в другом каком-то он будет смотреться не слишком детально. Уже ретопишь? Ну, мне кажется, это не проблема. Ну, типа, можно какие-то этапы такие на ретопологию, ой, моменты на ретопологии тоже убирать. Не страшно. Короче, вот. Короче, посмотрели. Все молодцы. Все делаем работы. Следующий тогда стрим будет про текстуры, если я, конечно, их успею сделать. Надеюсь, что успею. И будем смотреть текстуры, и, возможно, уже будем смотреть в позе и в мармосете. Потому что время будет уже ближе к финалу. Финал у нас уже 5-го. Следующие выходные это уже первое. Да. Вот. Такие дела. Короче, ладно. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто кидал печеньки. Всех потом отмечу в записи. Подписывайтесь там везде. Что-то там комментируйте. Приходите в группу. Будем там тоже обсуждать конкурс скоро. Скоро будет уже финал. Мы будем смотреть. Наверное, сделаю стрим. Будем смотреть работы. Потому что, не знаю, люблю смотреть работы, с кем-то обсуждать. Типа, о, смотрите, а вот тут смотрите, о, тут описание. Короче, вот. И что еще? Что еще? Не болейте. Проверьте, торт вы или нет. Это важно. И все. Всем пока. До следующего стрима.